Привет, уважаемые зрители! Мы приступаем к очередной распаковке товаров, которые я получил с AliExpress. И открыв первую, мы видим здесь целую кучу детских заколок. Ну, заколки, так сказать, для маленьких девочек. Вряд ли какая-то взрослая девушка себе будет одевать такие штуковины, но все же. И в подарок еще и идет какой-то хомутик, какая-то резиночка. Здесь целая куча, не знаю сколько, штук, наверное, ну 10 точно есть. Возможно, 20-15, не буду считать. Скажи мне, Демон, а что у тебя было по алгебре в школе? Если интересно, переходите по ссылке и смотрите. Так, открываем следующую посылочку. Внутри находится ткань. Вот такие вот носочки. На фотографиях они выглядели намного эффектнее. Намного. Здесь, конечно... Говна кусок, говна кусок, говна кусок. Настало время для конкурсов. Приблизительно через 10 дней подведем итоги. Победитель получит ровно столько российских рублей, сколько наберет лайков это видео. Поэтому лайкаем, подписываемся на канал, если этого еще не сделали. Ну и нажмите на колокольчик для оповещения моих новых видео. Ну и конечно же нужен комментарий для того, чтобы я смог выбрать победителя. Всем удачи! Для чего нужны эти стяжки? Ну допустим, вот у меня есть скрут проводов, HDMI кабель. И вот эта стяжка, в принципе, не справляется. Она предназначена для каких-то тонких проводов, которые более поддаются изгибу. А это очень серьезный такой толстый провод, кабель. И я думаю, что вот эта стяжка должна справиться гораздо лучше, чем ту, что показал до этого, зелененькую. То есть взяли один оборотик, и вот она у нас... Держит все достаточно надежно и плотно. Каждый такой рулончик имеет длину 1 метр. С одной стороны мы имеем бархатистую поверхность, со второй стороны у нас мелкие крючки, для того, чтобы все это дело хорошо цеплялось. Принцип обыкновенных липучек на одежде. В следующей посылке у нас вот такой товарчик. Взял лампочку для теста, вкрутил ее в этот переходник, и, о чудо, из него выпал саморез, и он начал на глазах вот так разваливаться. Первый контакт имеет вот такого плана пружину и просто металлический колпачок. А второй контакт, который прикасается вот к этим стенкам, у нас проходит через очередной саморез. То есть вот этот саморез идет голый, здесь контакт запаян на саморез. В общем, это хрень полнейшая. И для того, чтобы вы мне не говорили, не писали, что «Да блин, ты просто рукожоп, ты взял, сломал нормальный годный переходник», со вторым переходником случилась та же байда. Поэтому это абсолютный хлам. Ни в коем случае не покупайте, не тратьте свои деньги на это чудо китайской техники. А мы продолжаем. Здесь у нас опять детский товар для девочек. И в нем находятся вот такие детские колготки. Сколько ден, я не понимаю. Материал, ну, не знаю, наверное, синтетика какая-то. Запаха никакого нет. На картинках выглядит очень неплохо. Здесь у нас находятся две повязки для глаз. Вот такие вот леопардовые. Когда-то заказывал себе такую же, ну, точнее, не себе, жене. Такую только синюю, чисто синюю. Пользуется по сей день, очень удобная. Очень вызывающие. Да. Я бы такие не взяла. Это были все товары на сегодня. Не забывайте про участие в конкурсе. Пока-пока.